Мы восхищаемся древностью, но живем в современности. При этом дальше это видео о закончившейся косметике у меня. Но сначала несколько таких влоговых минуточек, влоговых разговорчиков. Мне печалька случилась буквально 5 минут назад. Иду я такая по лестнице, никого не трогаю, починяю примус, достаю телефон, чтобы выключить, нажать на паузу. А он хопа как-то у меня сквозь руки выпадывает. И по всей лестнице такой тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, прям вот по всей прокатился. Знаете, как пружинка раньше были такие пружинки, понимаете, да, чем я, наверное? Вот, поднимаю я телефон, а там 4 царапины прям конкретные. Придется на день рождения, до которого вообще полгода, просить новый подарок. Я как бы к этому привыкла. Ну, да. Возвращаемся к нашим баранам, вернее, к нашей косметике. Ее немного, ибо на то, чтобы закончилась косметика, нужно время. Лучше мало, чем ничего. Итак, буквально на днях у меня закончился мой любимый гель для душа, в поисках которого... Ой, гель для душа, гель для умывания, в поисках которого я плекала просто весь город. Это уже третий или четвертый бутылек. Называется фирма «Зеленая аптека». Нижний гель для умывания, зеленый чай. Нормальная жирная кожа. Написано пробенов 0, красителей 0. Вот такой. Замечательно снимает макияж. В принципе, экономный. Достаточно капелюшечки. Вообще хорошенький, славяненький. Пахнет приятно. И вообще замечательный. Ну вот, зараза, в своем городе его почти невозможно мне найти. Далее. О, Натура Сибирика. Крем-уход для рук таким образом выглядит, антивозрастной, сохраняющий молодость кожи до 40 лет. Я на него молилась, просто молилась. Он очень сильно, очень хорошо смягчает кожу, но при этом очень быстро впитывается. Его даже вот, самая грубая часть, самая проблемная, это локти. Он мои локти за пару дней превратил из достаточно такой кожи, ну, понимаете, да, в мягкую, у меня глаза выпали. Самый вообще замечательный клинический крем, я очень советую, просто 5 с плюсом. От 100 рецептов красоты, крем для лица, облепиха и бифидокомплекс. Крем и крем, приятно пахнет, больше слов у меня нет в отношении него. Так, дезодорант. Активно контролирует, Гарниер, вот такой, он очень компактный, очень удобный, приятно пахнет такой, огуречным экстрактом или вроде того, очень вообще клевенький, я его обожаю, уже не первый, не второй, даже не третий у меня. Так, и последнее, что я покажу, это база для век, Бью, видно, отсвечивает, мне кажется, немножко. Ну, что я могу сказать, она достаточно хорошо держит тени, она не усиливает их оттенок, но держит хорошо, здесь пеликаний нет, мягкая текстура, удобный носик, не надо тыкаться пальцем в баночку, выдавил, нанес, все, очень удобно в применении, нареканий вообще у меня к ней совершенно нет. Вот, собственно, это была вся косметика. Пусть вам попадаются под руку только качественные продукты, но при этом дешевые. Приятный такой бонус. Вот, на этом все. Пока.